І до міських новин. В освітніх закладах Севастополя завжди кипить кропітка робота. Невтомні трударі, педагоги докладають максимум зусиль для виховання севастопольської молоді. От і цього разу нашу знімальну групу запросили до 8-ї гімназії, де в рамках конкурсу на класний севастопольський клас учні 8-го Б-класу здійснили мандрівку у світ прекрасного. Шкільні роки – найкращий та найцікавіший час дитинства і юності, якщо дитині комфортно в класному колективі. Дружній колектив, який об'єднують не тільки спільні уроки, а й думки, справи, розваги – одна з головних задач класного керівника. І це не проста задача. Але якщо за справу береться педагог не тільки за фахом, але й за покликанням, то ніякі труднощі не стоять на заваді. Це довела нам вчитель російської мови та літератури гімназії номер 8 Раміля Азязова. Учні 8-го Б-класу, в яких вона класний керівник, цього року вирішили брати участь в міському конкурсі на класний севастопольський клас. В этом учебном году мы приняли решение участвовать в конкурсе «Самый классный севастопольский класс». И, в общем-то, отказываться от этого решения не было смысла, потому что я думаю, что в моем классе, 8-м Б, гимназии номер 8, самые умные, самые творческие, самые талантливые дети. И поэтому мы с удовольствием прошли все туры данного конкурса и на сегодняшний день ждем его результатов. Пожелайте нам удачи. Конкурс «Самый классный севастопольский класс» в нашем городе проводится второй раз. Мы решили его проводить с периодичностью в 2 года, поэтому предыдущий был в 2009 году. И он носил название «Самый классный севастопольский класс 2009». В том году принимали участие в конкурсе 36 классов от разных учебных заведений нашего города, и победителем стал 9 класс школы номер 6. В этом году конкурс проводится впервые, и принимают тоже около 30 учебных заведений, принимают участие в данном конкурсе. Цель конкурса – это сплочение коллективов, это выявление наиболее дружных, наиболее творческих, классных коллективов. И, кроме того, впервые в нашем городе в конкурсе принимают участие ребята, учителя и родители. Конкурс на класний клас відбувається в 3 етапи. Турнір «Севастополезнавства», «Діти севастопольської прописки», конкурс візиток класів та позакласний захід на обрану тему. Учні 8-го Б-класу пройшли до фіналу і в цей день показували почесній комісії, у склад якої увійшли методисти Севастопольського інституту післядипломної освіти та голова об'єднання класних керівників міста «Захід. Подорож у світ прекрасного». Мандруючи станціями театральною, поетичною, мальовничою, танцювальною, діти демонстрували не тільки свої знання, а й таланти та вміння. Що ви граєте в театрі «Вертеп»? В театрі «Вертеп» представляють тільки казки. Ответ правильний. В якій країні є театр «Кабуки»? Театр «Кабуки» є в країні Японія. Спасибо, ответ правильный. Эти слова принадлежат Уильяму Шекспиру. Молодец. Чем занимается сценограф? Алена. Сценограф занимается оформлением сцены и реквизитом. Реквизитом. Ответ правильный. В каком театре нашего города идет комедия номер 13? Комедия номер 13 идет в театре имени Лавренева, который мы и посетили. Я изобразила Графскую пристань, поскольку, на мой взгляд, это не только одно из самых красивейших сооружений нашего города, но и памятник, сыгравший важную роль в истории Севастополя. Я хотела бы немного рассказать об истории этого монумента. Вначале это был деревянный шлюпочный причал, однако потом, к приезду Екатерины II, деревянные ступеньки заменили на мраморные, а спустя 3 года, в 1846 году, прошу обратить внимание, эта дата теперь красуется на Графской пристани, ее переделали на мраморную. Вже 20 років триває творчий злет театральної студії «Ярило», яку створила Раміля Азязова на базі своїх шкільних класів. Тому візитною карткою цього заходу були хореографічні та театральні постановки. Снігурочка, одна стоїш, бідняшка, оставили тебе, забили парні, хоч Леля виласкала. Лель не любить скучати со мною, йому веселье нужно. Горячих ласк, а я стыдлива. Я-то Снегурочка, а я-то как счастлива. От радости и места не найду. Вот так бы я ко всякому на шею и кинулась про радость рассказать. Слушай, Снегурочка,
Главная заслуга в том, что вы такие развитые, талантливые, начитанные, вашего классного руководителя, учителя русского языка и литературы, нашей любимой Рамиле Ахатовой. Участие нашего класса в этом конкурсе для нас и большая честь, и большая радость. И очень приятно, что наш класс вышел в финал. Это заслуга всех вместе, и детей, и классного руководителя Рамиле Ахатовны, которая с ними работает. Много творческих мероприятий у нас проводится в классе. Всегда праздники новогодние, окончание учебного года всегда проходят в теплой обстановке и с родителями, и с детьми вместе. Ребенок с радостью ходит в школу, им интересно. Я бы рекомендовала, если можно, посоветовала бы больше уделять внимание своим детям, интересоваться их жизнью, быть в курсе их дел. Я понимаю, что тяжело, жалуются многие, что работа, время мало остается на детей. Но как бы ни старались учителя, сколько бы они ни вкладывали души в детей, если не будут вкладывать родители и помогать своим детям в учебе, в школьной жизни, вообще в жизни, детям будет тяжело. Зрозуміло, що коли в дітей таке насичене та цікаве шкільне життя, вони будуть дружніми та щасливими. А ще вони дуже поважатимуть свого класного керівника. Наш класний руководитель найкращий. Ми його дуже любимо і раді, що нам досталася Рамиля Ахатовна. Наш клас дружний, веселий. Все благодаря класному руководителю Рамиле Ахатовне. Внеклассным мероприятием, театральной студии «Ярила». Школа – наш дом, кабинет, можно сказать, даже наша крепость. Мы тут часто проводим различные конкурсы, дискотеки, спектакли, ну, естественно, куда же без них. Наш класс лучший. Театральная студия – это, можно даже сказать, моя жизнь. Я очень люблю своих друзей, нашу лучшую руководительницу Рамилю Ахатовну. Тут очень весело. Я играю много ролей, и из них почти все время веселые. Мы много очень танцуем, и мы развиваемся вместе с нашими друзьями.